Чеченец выиграл золотую медаль на Олимпиаде. Что за безобразие? Какой еще чеченец? Он же наш, россиянин. Босс, у нас драка в метро. Дагестанцы, 100%. Но они голубоглазые блондины. Тогда осетины. А, босс, послушайте, у них уши проколоты, лицо в татуировках, штаны в обтяжку, и разговаривают они без акцента. Босс, нам не поверят. Че сказал? Они не похожи на кавказцев. Кавказцы обрусели, забыли свои корни и традиции. На первую полосу. Будет сделано, босс. Это все пагубное влияние Запада и Украины. При чем здесь Украина? Шел вон! Босс, сегодня утром дворовая собака покусала бедную женщину. О, она, наверное, пострадала. Все потому, что ее покусала кавказская овчарка, и как иначе. Я так и вижу громкие заголовки. Кавказцы сорвались с цепи. Если придется извиняться, вы меня не знаете.